Это не та стоимость, за которую я готов быть таким вежливым. Но это врождённо. Надо всегда быть. Давай к ним один. Я просто складывать не умею. Я умею. Я сверху. Давай. Только ты не обманывай. Это 7, 5 плюс 2. 8? Это плохо, я думаю. Я просто играю слишком математическую игру. Это больше, я думаю. Это так... Чисто интуитивно. Теперь ты можешь выбрать, кто будет ходить первым. А это выбрать меня. Лишняя карточка, лишняя не бывает. У меня есть предложение тебе первым подробиться. Ладно, хорошо. Лишняя карточка, лишняя не будет. Я подробуюсь. Можно достать еще две, наверное. Попробуй. Ну что, Хацеп сам Мартина выиграл. И у тебя выиграл. Мне нравится. Не ровно сейчас так кажется. Это не те дроги, которые у тебя есть. Знаю, все время кипну какие-то стрёмные руки, но потом дорогу классных карточек. Поэтому я поверю в себя. Причем это лучшая рука из всех, которые у меня сегодня были. Предыдущие я как-то осилил. Учитывая, что я так знаю, чем ты играешь, поставки, у меня в любом случае проблема. Поэтому что давай сюда мало, а трогать больше. Нужно ждать, пока я помулиганюсь до 4. Это тоже хорошая техника, что наш кавераж будет не очень рад. Ну ладно, просто раз я в первый раз же играл против оппонента, который помулиганился до 4. Оппонент помулиганился до 4, сейчас меня нажарил. Я все с этим кавераром пропустил, короче, надо на ГП кататься. Надо, короче, набирать очки профессионального плеера. И вот это все, а потом быть капитаном сборной России, ведь я могу, но мне как типан. Слишком сложно. Я вот лучше дротом съеду, кидаем крылья. Хотя магия скилл пассив, и стрим безопаснее, и вилки не порнут.
А, еще рабочий. Что-то не очень. Вот либо дело в тебе, либо в товарище. Хотя, с другой стороны, может, это просто моя благоподобная аура. Я, на самом деле, мне просто карма должна отдавать сегодня. У меня вчера было залито 15% банкролла. Да, тоже банкролла. Да, вот. А потом мне может быть такой банкролл. И как бы вот справедливость же должна быть как-то вот. Поэтому, как бы, в первом туре мы салочек попаем в рот. Если ты играешь тем же, чем раньше играл, то у тебя много на пяти. А, да, не проблема. Я не знаю, чем ты думаешь, я играю. Я думаю, ты играешь троном. Я могу жестоко ошибаться. В принципе, такой формат, где я могу сбавить шалфу. Правда, что ли? Да, не пока что. Ну, кричит, все на карту. Значит, не смешно. Нет земель, одна земля, нет бизнеса, теперь сделано. Население пока не нужно, да? Это как я посчитал тут и не сходится показать. Получается, уже 4 раза мы легалился, а ты мы легалился только 3. Нет земель, потом одна земля, потом снова нет. А ты сказал, типа, нет земель, потом одна земля, нет бизнеса, потом нет земель. Одна земля и нет бизнеса. Одна земля и бизнес? Ну, если ты в 6 годах, то дело в том, что если у тебя малый или средний бизнес, то в России его все равно задушат. Друзья, открытая регистрация на стандарт для начинающих. Они могут души. Хорошо, мы так и Хорошо, на третьем.
Да, 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 да